отсюда будет. И даже можно вам. У меня на карте примерно показывается, вернее, GPS колесо, где мы находимся. Ты хочешь с холма с этого, да? Ну да, тут с холма нет. Выйдем куда-то вперед. Меня пугался, если я все пугался дома, стреляю по активными по людям стрелять. Сейчас уже сразу будет видно, да? Ну, не сразу, может быть, тут по чуть-чуть подниматься. Сейчас у меня прогрузится все это. Сейчас я сориентирую по трубу от вас бортов. Мы ориентируемся. Так, ровник. Паша, мы можем чуть северо-восточнее по карте проехать? Ты мне не говори северо-восточнее. На 14 дом. Один будет на 14. Туда? На 14, да, мы можем. Даже... Нет, я стрелок. Я понял, где мы? Ну, мне посушник. А, может. Я очень говёный посушник. Даже 18 метров пока не можем достигать. Коровник? Еще Гудмер выбили? Да. Хуёво. Слева, чуть-чуть на коровниках выйдем. Вот слева? Да, вот как мы едем, так и не выезжаем. Слева, лево, лево. Направо. Да, в случае направо, вот да. Теперь... Стой, перед нами. Подожди. Я не вижу нихуя, но... Стоять? А, это слышишь, да? Пехот. Это не ну, пишет. Достаточно. У нас пехотинец спереди. Да. Чё? За коровником, может, причём. Да. Я пытаюсь вынести. Ой, всё, не работает. У нас контакт с пехотинцем. По ним тупо не попадаю, прикинь? Не хватает уклона или что? Да нет, не работает, не тап нифига. Ну, на глаз стреляли. Я не знаю, надо какие-то здания. Дым справа, а дым справа. Карнет, который на туру. Вперед подъехать или стоим? Давай, наверное, вперед. У меня почему-то снаряда не заряжается. Не заряжается? Во, я перезаряжу. Откинул дым. В районе коровника стоит этот стоящий. Да. Есть вообще забавное предложение. Передавить нафиг корнет. Впереди дым. Стой, подожди. Вижу пехотку. Вижу пехотку, вижу дым. Еще дым. Сейчас я накидаю фугасы. Может мы справа от этого внезапно выйдем? Сейчас пошел. Сейчас я дым. Ты стреляешь? А ты? Это я дым, да, отсюда. Он на РЖ перезарядки там вонючий. Кайф, офигенно работает. Давай вперед просто. Дави корнет, короче, дави корнет. А я его не вижу. А он перед нами прям. Он ровно 23. Даже 24 где-то так. Это у чувака РПГшки не было, поэтому. Вот он, вот, 22, да, туда, давай, прям на него. Амая. Оп. Стой, пока. Стой. Ну, зад отъеду, то есть с РПГшка ты не вижу. Отправил пехоту на сюда за спину. Чувака. Это женщина там был твой, но не так. Так, отбросил дым, сейчас перезаряжаюсь. Вот еще. Надо оставить. И пулемет целый. Лапан живой. Сгорел? Не понял. Да там просто бегает кто-то. Главное, что мне это самое субъективное. Что?
Я по Турции. Ну да, то есть у нас возле коровника метисты перевернуты. Кстати, метис еще юзабельный. Знать, где пехотинец, выйти можно разобрать. Это да, ну лучше в коробке. Я видел гранатометчика, который там шарит в районе зоны, но... У нас как бы никого не вижу, понимаешь, они засели. Опа. В принципе, там же можно залететь в зону, но мы будем сидеть просто танк, понимаешь, и ну. Можно притвориться мертвым. Как вариант, потом выйти пострелять. Паша, давай, короче, на 18 валим отсюда, если пытаюсь в зону смотреть на этих вот. Ты на коровник смотри, может, за коровником сейчас сидит, зараза. Ну, ничего нету, выбить. Ну, убьешь его хотя бы. Ну, как вариант, да, но... Мне бы лучше смотреть не... Он в коровник убежал. Да? Да. А тебя в коровник, не бойно. У меня за БК остался один снаряд. А, то есть мало... И все остальное пулеметом пароли. 6 лент пулемета. Да мы тут катаемся, это самое, я хочу видеть. Вот мы сейчас уехали оттуда, он сейчас выйдет, Турс перевернет и нам... Так пока он накинет... А, у нас есть снаряды там, что-то багает. Куда ехать? Горящему БТР? Это БТР, на... Так... Сейчас... Понимаете, я не вижу ни пехоты, никого пока. Так... Ну, можно вокруг кататься. Давай, катайся пока вокруг, сейчас, секунду. Так, да, я пулемет заряжу, сейчас будем отстрелять. Я не знаю, давай сюда ворвемся, чё, у нас, в принципе, 5 снарядов есть, у них есть гранатометчик, может... Кто-нибудь победит. Кто-нибудь, давайте, спасибо, победит. Ты не туда смотришь. Да я понимаю, доворачивай, знаешь, на ходу сложно держать. Так, осторожно, Сёка, подходи, там будет. Ага, ну, пусть подходит, этот самый, ну, завершим. И заехать там туда где-то. Давай вот так прямо на два. Копались здесь и что-то. Гухи. А нет, там короче стоит окоп, Паша, и вокруг ты короче лопаты. Впереди. Ноль. Чисто впереди за ноль, в окопе внизу, вход. Вот смотри, деревья, березка, обычно серое дерево. Понял. Вот еще. Правее. Впереди. А, правее. Сейчас. Да. Черт. Чуть-чуть левее, можешь корпус завернуть? Подъехать туда. Давай подъедем прямо к окопу. Давай. Давай. Главное, что нас не сломало. Еще? Можешь? Да. Он упал, ты не могу. Я не знаю. У меня один снаряд упал. Ладно, не тратить. А ты же на командире еще этот. На своей. Не вылезти надо. А нет, он спарен. Могу. Слушай, а ну-ка полезли. Да. Поехали, катайся пока по этой самой. 5 коробок, наверное, сюда. Отлично. Ну, заливай. В принципе, знаешь, я могу выйти, ты его подавишь, а я убью. В принципе, давай. Только знаешь, как-то стань так, чтобы я не видно было. Все, готов? Да подожди, надо разведать обстановку, как тут происходит. Ты можешь вот здесь вот боком поставь, короче, танк. Мы его с одного года сожмем. А я не знаю, откуда я выбрал. Слева ты выйдешь. Ты на окоп не выйдешь никак точно. Извините, там жив? Я понял, давай отсюда у нас от планка. Что, пробовать? Давай. Короче, навесом стрелял, перелет был. Нормально. Панзер минус. Да. А, Паш, ты вышел, что ли? Да, он мы вышел. Мы хотели выйти и убить его. Бля, ты, Паша, злой, меня в ГЭшку пустил. Чё ты так?
Кого? ОГ, вот, снаряд, ну, ОГ, снаряд, угас. Что я тебе сделал? А ты где? Я на СПГшке был. Я на СПГ сидел. А, я не знаю, я же мехолог был. А, мехолог? Да, я вообще нет. А там был на стрелях, короче, через воду сказали, там выстрелил БТР, да, УГшница рядом. Все равно никого не убил. У нас потом СПГ никто не взял, мы просто на СПГшке пойти на СПГшке. Сейчас я сразу два друга слил, когда я был. А он потом почекал, когда я у почекал ПГшка, он тоже на что-то со мной был. Оказывается, так. Меня с собой убил офигенно, конечно. Да, тебя до туфли доходит не будет. До этого все время с зоны стрелял со СВД, все нормально. Тут пришел свой. А базан с кем разговаривает, я думаю, вижу тут узор. С кочегаря. Кочегар должен быть, ты знаешь, что там находится. А че, у них РПГшек нет? У нас одна есть, она у кочегара. О, зенит, надеюсь, убьет. Убьет зенит. Кочегара. Или не убьет? Кочегар. Да, убьет. Кочегар минус. Почему? Ранен. Его добьет сейчас. Все. Да, сейчас добьет. Кочегар, как так? Ты знал, что он там? Упал, блядь, ни разу убил. Ты по нему знаешь, сколько он... Он, блин, отстрелял у тебя за спиной, и все, и ты не замечал его в упор. Я знал, что он там двое было их. Нас там четверо было. В батаре кто был? Ну, говорю, у нас в четверо в батаре было, к нам случайно прилетела УГшка и все. Это не УГшка там. А, спидер может быть. Да, меня, я на СПГ, меня фугас там стрелял, фугасом. Просто, блин, а вот... Зенит, как он, блин? Я в танк не смотрел, я в тебя. Оу, ей. А что, убили что ли кого-то? Детус опять что ли кого-то ранил? Он убил своего. Туза что ли убили? Детус опять? Детус проиграл всю миссию. Тут своих, а что ли, все пробивают? Да он меня убил. Ага. А что только один?